Мы продолжаем разговор о зрительном восприятии, который мы с вами уже начинали некоторое время назад. Память – это дворец или чертоги памяти, где разложены какие-то воспоминания там, о словах. И это очень показано ярко в сериале, где там этот Шерлок Холмс сидит и там какие-то слова из букв составляет. При опознании происходит реконструкция зачастую из кусочков других, может быть, реальных воспоминаний, а может быть, даже и нереальных. Чем больше элементов памяти, тем больше риск, что мы запутаемся. Это тоже будет такая же история про конкуренцию. То есть вот тут уже мы начинаем подозревать, что на самом деле, по всей видимости, память не хранит какие-то отдельные записи, которые либо есть, либо нет. Человек, с которым я столкнулся внезапно где-то на улице. Своей памяти нужно доверять так условно. Я либо помню, либо не помню.